Привет, друзья! На связи с вами снова Моряк. В этом видео у меня для вас, как обычно, новый фокус. Итак, смотри, значит, я сейчас колоду перетасую, дабы показать, что все честно, да, что все хорошо. Я сейчас, значит, начинаю пролистывать вот таким вот образом. В любой момент меня останови, просто скажи стоп. Готово? Готово. Погнали! Стоп. Еще раз давай. Стоп. Стоп. Вот здесь, да? То есть вот эти карты. Теперь смотри, я возьму одну карту и где-нибудь вот ее воткну, например, вот между семеркой и королем. Запомни этот момент, потому что эта карта нам чуть-чуть попозже понадобится. Она сыграет свою роль еще в этом трюке. Держи их хорошенько. Сейчас тебе надо будет запомнить карту. То есть как это будет происходить? Я начинаю вот так вот пролистывать, говоришь стоп, та карта, которая здесь, это будет твоя. Поняла? Поняла. Поехали. Стоп. Стоп. На даме или на валете? На даме. На даме. Дамочку затасовываем как следует туда. Итак, помнишь, в самом начале я всегда вот убирал одну карту? Помню. Помнишь, я тебе сказал, что она сыграет еще важную роль в этом трюке? Помню. Помнишь, да? Так, я ее втыкал между семеркой и королем. Ну, она, собственно, и сыграла свою роль в этом трюке. Почему? Потому что она что? Превратилась в твою, наверное. Круто. Вот такой вот трюк, друзья. Подписывайтесь на канал и до следующих встреч.